Ирина Лукачева – современная деловая женщина. Год назад пришла работать в Самарский университет. Эти стены для нее роднее, чем для кого-либо. Весь студенческий городок вуза появился в Самаре при ректоре Викторе Павловиче Лукачеве. Это родной дедушка Ирины. При нем же появились и новые факультеты, необходимые городу с ракетно-космическим производством. Ирина вспоминает, как в детстве прибегала в университет на работу к любимому деду. Вы знаете, меня судьба привела сюда более года назад. До этого я работала в других структурах. Но, видимо, родные стены, они тянут. Тем более, все равно вот это вот все построил Виктор Павлович, возвел. Это наше достояние, я этим очень горжусь. Ощущение особенное даже в первом корпусе, когда он сидел там, будучи ректором. Я бежала туда как на праздник, как к себе домой, потому что все эти стены были родными. Виктор Лукачев – известный советский ученый в области летательных аппаратов, доктор технических наук, герой социалистического труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Возглавлял Куйбышевский авиационный университет более 30 лет. За вклад в жизнь города его имя решили увековечить. На территории родного вуза установили бюст, а на стене дома, где жил ученый, появилась мемориальная доска. Он любил свой институт, он любил людей, которые в нем работали, он любил студентов, он любил... дело свое, поэтому добился таких успехов. Открытие бюста объединило в коридорах Самарского университета студентов, ветеранов, заводчан и академиков. Отдать дань памяти человеку, который приложил руку к созданию крупнейшего научного кластера страны, изъявили желание многие. В самом вузе заявили, что победы предшественника не могут не вдохновлять на дальнейшее развитие. Для университета очень важно сохранить дух тех традиций, которые были заложены Виктором Павловичем Лукачевым, тот энтузиазм шестидесятников, ту смелость, которая была в нем, чтобы реализовывать крупные и значимые для страны и для региона проекты. Вместе с доской и бюстом на первом этаже главного корпуса Самарского университета открыли фотовыставку, посвященную жизни и труду Виктора Павловича Лукачева. Мария Левина, Николай Епифанов. События.